В общем, в целом обрели еще одну зависимость, и так их хватает. Появилась еще одна туровая зависимость, так называемый рок-туризм. Ну что сказать? Ну правда, просто по-другому не получается. Хочется постоянно быть в туре. В начале сентября мы поедем в тур по Великобритании, вернемся, отдохнем недельку и поедем опять в тур по Европе, наверное, тоже на месяц. Хотелось бы постоянно, конечно, находиться в туре. Отметить Германию и Францию. Там действительно устраивают пляски. Мы по 4 раза выходим на бис и определяют наш стиль не как пост-мат-рок, а как техно на гитарах. Это нам очень сильно импонирует, очень льстит. Сильно круто. В Германии чуваки умеют тусоваться, закидываются чем нужно и тусят, пляшут. Данию мы не поняли, Голландию тоже не поняли. Франция нам очень близка, то есть мне комфортно, честно говоря, даже, ну, не знаю, быть в дороге, находясь во Франции. Я ощущаю гармонию абсолютную внутри. И французы, на удивление, очень предрасположены в положительном ключе к русским. Много людей интересуются русской культурой, русской музыкой и все в таком духе. Францию я бы отметил с удовольствием. Чехия дом родной. В Чехии были ребята, которые гоняли за нами на 3 концерта в 3 разных города на тачке. То есть Чехия абсолютный дом родной. С определенного момента я, быть может, был не уверен в каких-то штуках, но потом оказалось, что все мои начинания и все мои домыслы оправданы. И куда бы мы ни приезжали, все было круто, все так же уверенно. И я уверен в том, что мы делаем самое крутое музло на свете, честно говоря. И вот пока у молодых музыкантов не появится такого же мнения, не стоит вообще, по-моему, на сцену выходить. Нужно любить просто.
главнее и круче общая гармония. Ни риф и ни соло. И это, кстати, тоже как наставление молодым музыкантам. Не то чтобы я очень старый, и вообще я в целом как Шевчук не хочу тут никого в жизни учить. Но мне кажется, что банда должна звучать вместе, а не должен звучать или доминировать риф или соло.